Срочная новость ленты информагентств. В Подмосковье прямо на рабочем месте застрелены первые замглавы Красногорска и глава городских электросетей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Интерфакс добавляет, что в здание администрации ворвались двое неизвестных с автоматами, открыли огонь по сотрудникам и скрылись на автомобиле. В городе введен план перехват. В убийстве подозревается местный бизнесмен, сообщило главное следственное управление СКП области.